преддверии Дня работников дорожного хозяйства Владимир Ружицкий встретился с сотрудниками Люберецкого ДЭП. Он поздравил их с профессиональным праздником, а заодно и проверил готовность предприятия к зиме. Подробности далее. Смотр техники перед наступлением зимы, как обычно, проходит в канун профессионального праздника тех, кто стоит на страже чистоты на дорогах. 58 единиц специализированных машин уже в полной боевой готовности и ждут первых снегопадов. В этом году арсенал Люберецкого ДЭП пополнился на 6 единиц. Ключи от новой техники глава округа вручил сотрудникам вместе с благодарственными письмами. В такой период нужна круглосуточная работа. У нас такой опыт есть, такая задача перед нами стоит, чтобы минимизировать жалобы жителей. И я абсолютно убежден, мы с этим справимся, потому что на сегодняшний день Люберецкий ДЭП – это структура, где есть опыт, есть знания, есть люди и есть техника. Объем работы у сотрудников дорожного хозяйства большой. На территории городского округа Люберцы 621 автомобильная дорога. Из них одна федеральная и 18 региональных. Общая протяженность превышает 360 километров. Кроме того, в зоне ответственности работников ДЭП тротуары и пешеходные тропинки площадью 220 тысяч квадратных метров. Для складирования снега подготовлено два земельных участка. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.